тем людям, которые, придя на эту выставку, скажут, что здесь чего-то не хватает. И получается, что я ответил на их вопрос, что здесь чего-то не хватает, потому что я сам это вижу. Я добавил эту большую картину здесь, как лом ошибает лома. И... Качество музыки говорит о качестве жизни. Это говорит о том, что у всех разные чувства музыки, вкуса, и поэтому качество жизни у всех тоже разное. Но именно что такое качество жизни, каждый понимает по-своему. И вот как, допустим, изобразить Голландию очень просто. Она примерно говорит вот так. И это посвящено всем, кто считает, что моя работа – это детская мазня. Она посвящена также туалету, что маленький мальчик также может сделать. Пойди туда.